Профилактическое мероприятие «Грузовик» проходит в городском округе до 7 апреля. Его цель – профилактика аварийности с участием грузовых автомобилей и повышение уровня правовой грамотности грузоперевозчиков. Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, недопущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения. Безопасность грузового транспорта остается на особом контроле, и контроль за данной категорией водителей продолжится и в ходе ежедневной работы сотрудников Госавтоинспекции.